Все нападало опять. Подметали, подметали, все нападало. Мой цветочек. Мой цветочек. Что у нас тут выросло? Пойдемте посмотрим. Бывает, здесь жёг, все вот это вот. Подметали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, помидор вырос. Ну надо же, еще помидор вырос. Ох, тут я ж посеяла, что-то нифига не выросло. Цветы не растут. Нормально цветы не растут. Это не знаю, что такое. Это тоже не цветок. Здесь тоже что-то посеяла, не знаю, что. А-а-а. Здесь вырос цветочек. Здесь вырос цветочек. Вот они. Этот самый какой-то цветочек. Вот они. А здесь тоже мята выросла. Ой, здесь нет. Это что-то лишнее здесь. Здесь тоже какой-то цветочек вырос, а какой, я не знаю. Ой-ой-ой-ой. Здесь тоже ничего не выросло. Я что-то сюда сажала. Что сажала сюда, не помню. Съели гусеницы. Кто-то съел что-то. Здесь тоже эти мои колюсы. Им что-то здесь не хватает. Здесь вот раз хорошо, а здесь нет. Два одинаковые. Там, вон, видите, растут тоже. Здесь мои собачатки. Здесь мои собачатки растут. Вот они. Вот. И здесь вот эти вот растут. Красивые какие. Какие красивые. Красотульки мои. Там тоже колюс хорошо растет, видите. А здесь нехорошо растет. Вон, видите, тут два маленьких. Здесь надо убирать, вас убирать будет. Представляете, помидор-то, который я сварила, у него лист дает он. Вот из этого чудо. Еще что-то пытается вырасти из испорченного помидора. Вырастает вот из этого узелка еще что-то. Ну надо же. Вот помидоры живучие. Какие. Перец там вырос. Все. Что здесь еще? Ну, здесь у меня еще ничего не выросло. Здесь растет только трава. Трава у дома. Зеленая. Зеленая трава. Я здесь поставила. Посадила цветочек тоже. И он... Ну-ка, иди сюда. Ты мне здесь не нужен. И они не растут. Вот. Так, вот надо выдернуть. Вот эти росточки от цветочка вот от этого. Угу. Вот. Вырастет, не вырастет. Не знаю. Перец вырастает. У меня последний был какой-то, я привезла сюда. И баклажан тоже последний привезла, посадила, тоже растет. Да. Ты, да? Огурец. Вкусный, носите его? Замирал. Замирал? Вадим, давайте помидоры посмотрим, девочки, мальчики. Какие помидоры из супермаркета. Вон они какие. Вон краснеют. Вон там два красных. Ваю, дома-то сколько нижены. Вот здесь. А-а-а! Заболевают. Надо срочно. Аруштен от пропиновальма фармака. Гниль, ага. Пропиновальма фармака. Вон, видите, какие. Там кокин красные. Ну-ка. Огурцы, кто меня просил показывать. Вот огурчик растет. Вон помидорки сколько красных. Видите? Вон они. Там тоже вон красные. Здесь тоже уже краснеют. Видите? Это что-то испортился. Сломался. Сломанный он. Здесь тоже краснеет. Но только оно испорченное здесь. Гниль. А откуда она взялась? Нет. Мы ж не поливаем много. Ну вот. Ну вот. Лепишь халаны. Пропиносмажевишь и кинуты кокину на михаланы. Вот такие вот дела. Так. Здесь что у нас? Огурцы растут. Девочки, огурцы растут. И такие смешные. Смешные. Ну ничего, можно кушать. И смешные можно кушать. Пускай растут. Как вырастут, так и вырастут. Давайте посмотрим, что там еще. Цветочки. Мои там помидорчики.
Ну, потихонечку. Что-то здесь за дырка какая-то в помидоре. Не знаю, ну там красные. Пойдемте посмотрим другое. Супермаркет. Он вот здесь раз, два, три, вот четвертый. Четвертый вырастает. Ну, я не знаю, вырастет из него что-нибудь или нет. Ну, хотя бы три дадут каких-то урожайчика. Перец давайте посмотрим. Мне писали всего лишь три. Два дают, два, что ли, там перцы давали. Три девочки написали. Вот, смотрите, сколько перцев. Вот. Вот. Вот перцы. Вот огромнейший какой. Вот какой огромнейший. Вот какой. Не знаю, видно вам, нет. Вот он какой. Вот такой вот. Баклажаны зацвели. Вон какой баклажан вырос. Здесь два вместе их растут. Я их посадила. Здесь тоже перчик. Пока еще нету ничего. Посмотрим. Здесь тоже. Вот эту траву кушают здесь в Греции. Вот это вот называется влита. Собирают вот так листики, варят и кушают. Вот помидорчики. Вот они какие. Здесь что-то испортился. Вот они, видите, помидорчики. И здесь тоже два. Ты давай ему. Теперь я мазу все то. А не прасили, мне пошло куки нежит. И гуафи все на куки нежит. Селигу милядзяны с ноги на тлигаки. Дизгдзяру. Ну вот, вот такие вот дела. А? Дивля, по милядзяна кому. Лулудья в галине. Такие вот дела. Ладно. Пойдете, нам огород наш пойдете. Мы люди неопытные. Так, просто сажаем для себя. Видите, перец вон какой. Вот еще какой перец вырос. Ну там еще, вон они там. Траве. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. А то кемажу мы дома, ты смажешь? Сейчас будем кушать, говорит. Я говорю, давай попробуем помидоры наши. Он говорит, да, сейчас. Как раз прям два нам с ним по одному. Коста! Где ты там, Кост? Он лежал на балконе в гамаке. Помаши ручкой! Или убежал, он уже бежал домой. Коста, ты где? Я думала, ты там в гамаке лежишь. А что ты ушел оттуда? У него новая пижама. Ну покажи свою пижаму новую. Всем продемонстрируй. Нет. Нет? Ладно. Ручкой помаши. Ну-ка, ну-ка, покажи помидоры. Калеш. Хорошие. Пойдете. Калеш ты будешь давать. Калешина на пьяшу, на комах Рома. Вот. Ну, не всем же быть красивыми и хорошими. Лес цветов стоит. Клубника вся в траве урослась. Ну, ничего, пускай. Нечего ей гореть на солнышке. Пускай. Усики дает побольше. Эля Коста! На. Притащил два таза. Что тебе, тазами будем собирать, что ли, Кост? Цветы. И здесь еще укроп. Вайс не поливал, что ли, его? Ну вот, здесь, видите, портится. Это не из супермаркета. Это из семян, вот эти вот помидоры. Видите, они не из супермаркета, они уже другие листья, у них уже все качество другое. Это не супермаркетовские. Видно, да, сразу? И листья, и это самое, все другое. Чистота такая листа, такой. Вот. Это уже совсем другие помидорчики, которые я из семяночек высаживала. Я вам еще не показывала мои маленькие помидорки. Но они во дворе в волосе. Здесь цветочки. Здесь цветочки. Здесь укропчик. Но укропчик, видимо, не растет, потому что ему слишком жарко. У нас укроп и петрушка растут в Греции лучше всего зимой.
что-то еще собирает. Эх, я огурец, а покиваю. Выбирайте, пускай мы еще посадим. Эта трава должна убраться, вырваться. На купун крутария. Вырвать траву. Ну вот, первый урожай. А в тайные метера я ты депутижем и кимигалоша на эти. Смотрите, вот когда не поливали, вот так вот они вырастают. Это у нас не было 3 дня, вот они, видите, 2 дня они уже выросли вот такие вот. И лимон еще сюда зачесался. О, первый урожай. Ладно, все.